Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и мы продолжаем проходить Принца Персии 2008 года. И мы снова будем летать. Я зажал Е из всех сил. Хотя какие могут быть 1 января вечером силы? Не знаю. И что? Мне кажется, или она говорит что-то про Рошана, когда произносит эту... Иди. А что, ты не хочешь меня сюда за это вот? А, тут обязательно назад, окей. Ради твоих семян, блин, время тратим. Элика! Ну, как это так вообще вышло, то, что он не зацепился? Совсем беспомощный, что ли? Так, сюда же, я правильно понимаю? Вроде бы да. Ой. О, враг. Враг в этой игре, это не просто так вам. Это ж... Враг. Что, нет, что ли? Не понял. А чё, они теперь убиваются... С одного удара ножом, не пойми как. Так, ну, окей. Так, ладно, не будем рисковать. Наверх мне надо, я полагаю. Да. В прошлый раз мы убили какого-то босса, но я, ей-богу, уже не помню, что это был за босс и как он выглядел. Ну, в прошлый раз был пару дней назад, правда, но... окей. Здесь вот даже, видите, построены так эти уровни, то, что видно, то, что нам придется возвращаться. И вот, не знаю, круто ли это, то, что нам постоянно приходится возвращаться. Ну, в принципе, нам изначально здесь показали карту. В Warrior Vision нам тоже изначально показали карту. Но почему-то там она, не знаю, как-то не вызывает столько эмоций, не сказать, что положительных. О, враг. Может, и с ним не придется сражаться, а просто... ты чё вообще упал? Ну ёб твою мать, как я обожаю эту систему. Бля, как я скучаю по кинжалу времени. Даже в Warrior Vision у принца нету даже кинжала времени. А он все равно умеет перемещаться во времени. А этот нифига не умеет. И вообще боевая система здесь дурацкая. Все. Мне сказали то, что если здесь врага, короче, зажать в угол, то он сдохнет по-любому. Вот мы и пытаемся зажать в угол. Ну, кажется, игра свой репертуар весь уже мне показала то, что... Ну что они могут предложить? Мы можем бегать по стенам, отпрыгивая от них, окей. Но в предыдущем принце, скажем, прямо такого не было. То, что вот так вот он не мог перепрыгивать. Вот так вот бесконечно практически бежать. У тебя по стене. Чувства, что за нами наблюдает? Я ничего не чувствую. Давай перейдем туда, пока это безопасно. Что здесь еще есть, помимо того, что он бегает по стенам? Ну, вот эта вот зарядка, это, я так понимаю, одна из четырех сил, которые мы еще в дальнейшем откроем. Я надеюсь. Что еще? Двойной прыжок с помощью нее. Иди дальше.
Ну и зачем, я не понимаю, нельзя было с помощью одной пролететь все это расстояние, обязательно вторую вот эту штуку ставить, да? Потом что, он умеет зацепляться за... за что? Блядь. Я забыл то, что здесь иногда нужно все-таки кнопочки жать, чтобы летать. Ты готов идти? Мы уже летим, а он спрашивает ее, ты готова идти? Ну ладно, так, где я там в тот раз впендюрился-то? Вот здесь вот, да? Хоба! Хоба! Нифига себе, смотрите, как приходится целых 3 раза на кнопочку нажал. Вот это виражи мы тут устраиваем. Вот это геймплей. Следующая плита тут. Ну ладно, хотя бы чекпоинты устроили. То есть, я теперь понял, зачем они делают эти... Я думал, надо вниз, а надо, оказывается, вверх. Я понял, зачем они сделали разные плиты. Потому что они понимают то, что людям просто так скучно будет это проходить. То, что они даже... просто кнопки даже жать перестанут, как я сейчас это делаю. Ну... Поэтому иногда и врезаюсь. Это не потому, что тут сложно это как-то сделано. А потому что мне просто... Лень, ну вот смотрю я, 5-10 секунд мы летим, и ничего не происходит. О, неужто бой сейчас будет? Босс, давай, босс. Опять ты, да ты заколупал, блядь, сколько можно? Давайте уже грохнем этого говноеда. Камера здесь полное говно, то что неудобно показывает. Ну, не очень-то уж и много. Ну, ладно. Действую я, враг сменил состояние, только атаки типа мышь могут завершить это состояние. Удерживайте, чтобы блокировать. Я вроде знаю. Что значит враг сменил состояние? Блядь, ненавижу. Все еще не могу привыкнуть к этим ебаным иконочкам, сука, которые появляются совершенно не вовремя. Вот, вот этой... Вот эта вот иконка «Спаси!» Вот она появляется вовремя. А это, сука, вот опять я... Только появилась иконка, я сразу же нажал. И тут еще дебильное замедление, которое не должно быть. Она сказала «Так». А, так что, это на боссов тоже работает, то, что если к этому их... Ты в порядке? Да, давай. Эй, ты правда в порядке? Да, спасибо. Я думал, на боссов не будет пахать эта фигня, если мы типа... может, побазарить? Почему только камень? Я видел дворцы с золочеными крышами, расписанные храмы. Здесь были цвета, парадная форма солдат. Шатры торговцев на базаре. Множество красок. В основном акварельных. У вас тут есть базары? Посреди пустыни? И чем вы торговали? Песком? Здесь бывали сотни караванов с шелками и пряностями. Но голос Ахримана крепнул. Люди ушли. Торговцам больше не было смысла сюда приходить. Ладно. В общем, это вообще не весело, короче. А... Тут она должна за этого. Это тоже разнообразие. То есть, видите, обычно мы на платформе, на которой сражаемся, на той же платформе и появляется вот эта фигня. А теперь мы сразились на платформе, а чтобы эта фигня появилась, это мы наверх залезли. Вот это вот разнообразие геймплея, а не то, что там всякие новые монстры. Зачем? Можно одного моба бить уже 4-й раз, или какой там мы... Сражаемся с этим боссом. Ну, насколько я понял, сейчас-то он сдох окончательно. Или все-таки нет? Да погоди хоть секунду. Расскажи мне о нем. Почему его зовут охотником? А, нет, все-таки мы его не убили. Легенда гласит, что некогда принц, главной страстью которого была охота, убив всех, кого только можно, продал душу Ахриману, чтобы охотиться на самых опасных зверей, людей.
Кажется, он выбрал не того человека. Принц-охотник. Он еще не мертв. Ну, конечно, кто бы сомневался. Нам еще с ним придется сражаться. Вот лучше бы они диалог во время вот этого вот полета устроили. Может, на Т можно нажать? Нет, нельзя. Мы должны летать. Это ведь так весело, летать. Куда дальше? А куда дальше? Вот именно, куда дальше? Только сюда. О, как далеко это. Слушайте, может, в храм переместимся? Из храма уже, потому что что-то мне подсказывает, что мы вот здесь вот не пройдем. А даже если пройдем, все равно дальше будет. Во. Я научился, кажется, надо всего лишь долбануть по всем кнопкам на клавиатуре, и тогда мы переместимся в храм. Так, давайте сюда. Хочу, чтобы они могли базарить во время того, как мы идем. Светящиеся штуки? Еще немного, и я начну разговаривать сам с собой. Нет, не станешь. Ну а вдруг? Я слышал про магию, говорил про магию, но никогда ее не видел. Путешествуй, ищи приключения, наслаждайся. Ты что так далеко от меня? А вот про это тебе никогда не говорят. Ну, твой клубок Бабы-Яги показывает нам в другую сторону. Поговори со мной. Давай лучше не будем отвлекаться. Боги, чудовища, сумасшедшие женщины. Какая разница? Сумасшедшие женщины? Были штаны были новыми? Ну, в сравнении с ее блузкой, вся ты твоя одежда новая, чувак. На самом деле выглядишь дружелюбный. Так, и чё, далеко мы? Мы до сих пор в храме, он говорит. Офигенно. Было бы прикольно, если бы этот шарик шел примерно, я не знаю, метра за 4 от меня. И не исчезал постоянно, чтобы мне не пришлось его заново вызывать по 200 раз. Направо или налево? Направо или налево? Направо. Да. Когда пол игры состоит из беготни, это очень весело. Наверное, я не знаю. Наверное, так думали разработчики. Не могу сказать, что я их полностью поддерживаю в их мнении. Так, а тут что у нас? Что я слышал? А, мне показался враг. Но нет, это не враг. Это светящаяся херня. И почему же ты прыгнул, принц? Непонятно. А теперь куда? Налево? Направо? Прямо? Вроде налево. Зачем еще раз? И этого раза хватит. Что, сюда что ли? Нет? Нет, показывает, что не сюда. Ты меня чуть не докинула. В смысле, чуть не докинула. Опаньки. Кто там рычит? Я давно не сражался. Это же... О, смотрите-ка. Моб. Нифига себе. Ахриман не знает отдыха, верно? Да давай. Чё? Враг сменил состояние? Да пошли вы со своими состояниями. Вот, я же его кинул. А, ну да. Зачем им это? Кому зачем это? Что зачем это? А мы бежим и прыгаем. Однообразно бежим и прыгаем. Не знаю, на самом деле, зачем я прохожу эту игру. То есть я, наверное, как дань уважения
принцу как таковому, настоящему. А, туда нам надо, да? Ну вот, смотрите, вот это уже похоже на какие-то индийские или персидские даже сооружения. Королевские сады. Мне хотелось бывать тут чаще, но никогда не было времени. Жизнь пролетает стремительно. То ты была богата, а тут уже смотришь в лицо смерти. Так ты вот. Кстати, а Ахриман большой? Большой? Это же твое эго. Песчинка рядом с ним. Тогда его точно нельзя выпускать в мир? Используем эту плиту. Большой. То есть что, Ахриман, он мог бы быть маленьким, я не знаю. У них есть маленькие боги или типа того. Я вообще сомневаюсь, то, что бог может быть каким-то маленьким. Мне не нравится эта фигня. То, что постоянно... Эта штука, как мы знаем, не всегда работает корректно. Если это сады, где же все растения? Очевидно, тьма убила те немногие, что оставались. За этим местом никто не ухаживал после смерти моей матери. К тому столбу прикреплена плита. Охрененная! Мы сможем поднять ее, если заполним бассейн. Он будет противовесом. Рычаги управляют шлюзами, через которые течет вода. Какая-то интересная, бля... И какой надо дергать первым? Думаю, начинать стоит отсюда. Королевская семья. Шлюзы? Я видела, как поднималась плита только раз в детстве. И она была неактивна. Бля, головоломка какая-то. Какой рычаг толкать теперь? Выбери какой-нибудь, там разберемся. Ладно. И присматривай за нашими друзьями. Наложница продала Хриману свою душу, как все темные? Никто не знает, кем она была на самом деле. Она и сама, наверное, не знает. Ахриман дал ей власть над иллюзиями. Она могла стать кем угодно. Люди верили в то, что ей было выгодно. Клёво, тоже хочу так. Может, Ахриману продать тоже душу? Или что они там продают? Ой. Значит, рычаги, да? Куда теперь? А зачем вы обратно крутите, я не понял. Я не хотел вообще-то этого. Это вода, что ли? Она какая-то черная. Вам не кажется, что лучше в нее не наступать? То есть что, поток берет начало здесь? Ну вот, он берет начало. И такой, вау, я в начале. Это, в общем-то, довольно простенькая, наверное, загадка, хотя хрен ее знает. Нет, явно не так это делается. Хотя, постойте, а как это работает, я не понял. Вот. Или нет? Что-то странное. Я не совсем понимаю. А сам-то он почему не заполняется? Ну вот так вот заполняется, как вообще максимальное количество. Сразу вон 6 штук. Это ж круто или нет, я не в курсе. Я не понимаю, тут есть какие-то стрелки, но как они работают? Давай, аккуратней. Да, какая-то совершенно нелогичная загадка. Да ёб твою мать, почему ты крутишь в эту сторону? Я в другую вообще хотел. Блять, они дрочат меня, короче, по-моему. Потому что я хочу не в эту сторону крутить. Вот в эту я хотел в тот раз крутить. Да хер его знает, короче, что-то неохота мне решать эту головоломку. Я думаю, тут мы и закончим. В общем-то. Так что... Так что, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Сет. До свидания.